Потому что они делают из себя хозяева жизни, таковыми не являясь. Тем более сейчас, в нашей стране, где не только капитализм правит бал и олигархов назначает губернаторами, но и также страна, которая является оккупированной США. И вот эти его правители, которые назначены здесь Соединенными Штатами Америки, уничтожают и страну, и трудящихся людей, и крестьянство. Вы посмотрите, что творится, заводы закрываются. Посевная практически не происходит. Рост цен на энергоносители. Мы катимся в пропасть. И праздник 1 мая, он как никогда актуален на территории нашей страны. Даже в Москве сегодня первомайская демонстрация прошла на Красной площади. Первый раз с 90-го года. И мне очень приятно, что вы сегодня все пришли на наше место сбора памятнику альшанцам. И то, что я вам хочу сказать, что мы прикрепили плакат, они сражались за мир, труд, май. И то, что мы сейчас стоим с мирным протестом против этой хунты, против этих киевских воров, мы тоже по-своему сражаемся за мир, труд, май, за наши права, за нашу свободу, за нашу совесть и за нашу правду.